Чё, бля? Это же дом Спартака. Ну этот, который 7-8-5-6. Я украду у него все его куриные грудки, и он станет ебаным дрящом. 101-102. Он где-то рядом. У меня чешется очко. Так, блять, это какой по счету? 7-й или 8-й? Вот так вот. Бэ-бра! Давай. Всю надо поднять. Мотивацию. Ну, давай, 7-8. Как накачать мышцы сфинктера, чтобы какаха вылетала? Ебать, да здесь мясо чисто карлика помянуть. Мощные сиськи. Куриная залупа. Семь восемь, семь восемь, семь восемь, 101-102. Мотивацию надо поднять, мотивацию. Я 6 или 7 или 8. Пять советов для девушек. Первый совет. Идите нахуй. 7-8, 101-102. Ты ленивая жопа. Ебать, да здесь мясо чисто карлика помянуть. Топ-3 упражнения для сисек. Многие спрашивают, как сделать запястье шире. Взяли кресло из под бабки и 7-8. Пошел нахуй! 7-8, 101-102. Школьники, вы надоели мне писать. 7-8, 7-8. Обед уютненько, что это вообще такое? Идите нахуй. Да куда ты лезешь? Взгляни на мои мощные школьники, сиськи. Школьники, вы надоели писать мне фигню. Эй, Спартак, 7-8 хуёв тебе в очко, пидрила. Ты чё в натуре достал пенис? Да мне вообще похуй, у меня сиськи мощнее. Эй, Спартак, лизни мои яйца 7-8 раз. Не трогай меня, я мусорнуть, слышишь? 7-8, 7-8, 101-102. Школьники надоели мне писать, как варить правильно сосиски, шелухой или без. Засуньте эти сосиски себе в жопу и ешьте мясо. Чувак пишет мне в вайбере: Спартак, ты пидор. Интересно, если бы я в Гофмана переоделся, он бы принял меня за своего? 101-102. Многие люди пишут мне, почему я всегда в одной одежде. На мне футболка и шорты. Это две одежды. Интересно, если бы я в Гофмана переоделся, он бы принял меня за своего?
Ебать, да здесь мясо чисто карлика помянуть. Можно ли использовать? Ебать, халупа, я ебал. Мотивацию надо поднять, мотивацию. Многие спрашивают, как сделать запястье шире. Он где-то рядом. У меня чешется очко.